И сегодня мы проходим самую сложную игру в мире. Trap Adventure. Начинаем. Погнали. Подожди, что ты сделал? Что за... Так, сейчас раз мы пройдем 10. Ладно. Тихо. Ничего не будет, надеюсь. Так, тихо. Да ё. Наконец-то, спустя столько времени, я залез сюда. Надеюсь, ничего такого не будет. Ух, ё. Ты что за фигня? А, я знаю, как это. Наверное, вот так. Чё за... Не понял. А, я уже второй раз прохожу игру, потому что я погиб. И понятно. Пум. У нас всего осталось 9 жизней. Ладно, это мои уровни, я сейчас пройду. И снова мы на третьем уровне. Ой, как сложно, капец, как сложно. Я проиграл. Ладно. Так, короче, у меня сейчас 12 жизней появилось. Походим еще раз. Да? Я тупо третий уровень не могу пройти. Понятно? Просто мы тут проходим ничего, не как бы ничего. Вот так вот проходим. Убегаем. Не успели. Тут еще такой шип есть. Так, я снова на пятом уровне. Итак, мы снова начинаем. С первого уровня. Второй. Ай, а нет, а уже третий. Забываю вечно до первого уровня, с которого мы начинаем. Вообще, ту съемку, которую вы сейчас просмотрели, она в 70 раз быстрее обычного. Вообще, я проходил это все больше 10 минут. О. Первый раз я с большим количеством жизни пришел сюда. Вот эти трубы ломаются. Из них ты просто проваливаешься. Ай. Ай, не успел. Да ё. Это же 3 жизни. Да ё, красота. Последняя жизнь, главное ее зря не профукать. Да ёперный бабай. Я снова тут. Есть. Почти. Ну блин, почти. Да ё. Пожалуйста, я хочу, чтобы мне повезло. Ай-ай. Да ёберный бабай, как это сделать? Ай, мне осталось всего 5 жизней, 4 жизни.
Как? А, наверное, эти булки как-то пытаются вставать еще. Капец полный. Трэш полный. Да ё, последняя жизнь. Если я ее профукаю, я закончу это видео. Короче говоря, я не знаю, как пройти этот уровень. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я пошел тренироваться, чтобы пройти этот долбанный пятый уровень. Извините за слова. Всем пока-пока.